Приветствуем вас, уважаемые трейдеры! В данном видео мы расскажем вам, как просто совершить первую сделку на финансовом рынке, поставив цель по прибыли и в том числе заранее обезопасив свой капитал от потерь. Итак, в первую очередь запустим торговую платформу MetaTrader 4. Для совершения сделки необходимо открыть график торгового инструмента. В нашем примере это будет валютная пара евро-американский доллар, которая имеет обозначение EURUSD. Нажмем на валютную пару в списке и выберем строку «Чарт». Здесь вы видите окно графика валютной пары евро-американский доллар. За последние несколько часов стоимость евро по отношению к американскому доллару выросла. Допустим, вы ожидаете продолжения этого движения, а значит, хотите открыть сделку на покупку. Для этого нажмите на любую область на графике и выберите строку «Торговля». На появившейся странице вы можете выбрать объем открываемой сделки. Напомним, что один лот – это 100 000 единиц базовой валюты. В случае с валютной парой евро-доллар – это 100 000 евро. В компании Amarkets вы можете открыть сделку минимальным доступным объемом в 0,01 лота. В данном примере мы зададим объем сделки, равный 0,1 лота, то есть 0.1. Перед открытием сделки вы также можете задать уровень стоп-лосс и уровень тейк-профит. Это уровни цен, при достижении которых сделка будет закрыта автоматически, заранее обозначенным допустимым убытком или прибылью. Теперь нажмем кнопку «Buy», то есть откроем сделку на покупку. Сделка была успешно открыта, и на графике виден уровень цены, по которой были куплены евро за имеющиеся на счете доллары США. Для того, чтобы закрыть сделку, необходимо перейти в раздел «Торговля». Обратите внимание, что в верхней части экрана на данной странице отображается итоговый финансовый результат по открытым сделкам. В случае, если вы открыли несколько сделок, то информация по каждой из них отдельно будет приведена на экране ниже. Для закрытия сделки необходимо удерживать нажатие на нужные сделки из данного списка и выбрать строку «Закрыть». На появившейся странице вы видите тиковый график торгового инструмента, а также одним нажатием кнопки «Закрыть» сможете закрыть сделку. Итак, сделка была успешно закрыта. Уважаемые трейдеры, из данного видео вы узнали, как совершить вашу первую сделку на финансовом рынке. Спасибо за внимание. Начните торговлю в Amarkets уже сегодня.